лауреат премии Ленинского района, одно из самых почетных званий. Эту высокую награду вручают людям, которые беззаветно преданы своему делу, привнося тем самым личный вклад в развитие любимого края. Одним из лауреатов стала Ирина Фомичева. Город Видное для меня – это вся моя жизнь. Здесь я нашла свое место работы, где с первого своего дня работаю по сегодняшний день. Здесь я вышла замуж, здесь у меня родилась дочь, которая закончила эту же школу, где я работаю. Ирина трудится в Видновской школе номер 5 более 20 лет. В 1988 году я пришла в школу, мне было 20 лет, мне поручили работу в первом классе. Всех детей, которые учились в этом классе, я помню сегодня. С 2008 года несколько школ района вступили в эксперимент по внедрению новых образовательных стандартов. Руководителем внедрения федерального государственного закона в школе номер 5 стала Ирина Фомичева. Наши первоклассники первыми в районе стали обучаться по новым федеральным государственным образовательным стандартам второго поколения. Ирина Фомичева – почетный работник Общего образования Российской Федерации. Имеет и многие другие награды. Но премия лауреата Ленинского муниципального района – одна из самых дорогих. Людмила Медведева и я, Дамия, Наталья Буслаева, Видное ТВ.